А я напоминаю, что на канале проходит конкурс на Fallout 4, ссылка в описании. Или аннотация на экране. Привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Мы продолжаем играть в Fallout 4. И сегодня... Ах да, он же там что-то нам говорил. Но я забыл, что именно. Так. Что-то там говорил. А, что-то он там не договорил нам по поводу того, что нас здесь ждет. Us railroad agents are treated like mushrooms, kept in the dark and fed... Well, you get the idea. It's gotta be important, though. Dez wouldn't risk our hides lightly. Тогда вперед. Let's find a prototype, then. Together with you? I like our odds. First step is to override the security lockdown. О, человек лежит. Причем он... Ну, недавно здесь лежит. О, терминал. Черт, слишком сложная система защиты. Дьякон, ты мне подсобишь здесь? Судя по всему, да. Давай. Well, the terminal's on at least. I'm gonna feed it some passwords. No. 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 Missed one. Bastards. Prototypes deeper inside. Someone left a rail sign here. Ага, знак. Роджер, один из наших, что ли? Смоляника. Смоляника, ладно. О, слушайте. О. Тихо. Глазик! Гляньте, живой. Живее всех живых. Ну-ка стоять. Не попал, что ли? Нормально. Что у меня вообще есть там? Я уж и не помню. Это что? А. Тараканами не могут справиться. Мэйвен. Именные персонажи. Какого черта? Не люблю, когда такие умирают. О, это ж прямо как в гильдии воров. Что-то тут есть. Какой-то тайник. Тебе, да? Сейчас найдем. Раз ты говоришь, что-то есть. Hey there. If we make it out of here alive, I guarantee your railroad material. Окей. А, кстати, игра вышла 5 дней назад, считаю уже, да? И до сих пор не было патчей. То есть, а их надо выпускать. Hey, probably save some lives. Потому что пока что все очень плохо. I recommend against hostile action. Appears to be nothing. Perhaps mining sensors need. Охотник. Это какой-то более крутой синт получается. Так, терминал. Патч выпускать надо, потому что игра пока что нихера не оптимизирована. Так. Включение прожектора. То есть вот такой вот терминал, да? И он без пароля. Видать, турели и прожекторы — это не самое опасное, что нас здесь ждет. Ладно. Упс. Ничего интересного на самом деле. Блин, нихера! Это вообще нифига не броня, вот этот костюм серебряного плаща. Ну что это? Хотя стоп. Сопротивление электрическому урону 15, следовательно... Нет, тут 10, считай, 11. Ёлка.
Та легкая. Давайте. Ушанка, блин. Где я ее взял-то? Так. Где еще один? А, вон ты где. Мимо. А, патронов нет. Да не пей ты! Ё-моё! Люблю синтов, у них так много патронов. Все очень хорошие штуки. Из них проводку можно достать. Так, где тайник-то? Не пойму. Да ладно, плевать. Что мы бы там нашли? Парочку патронов. Да и только. Кто все эти тролли порубал? Синты, что ли? Another active terminal. We didn't have time to trip the defenses up ahead. Power them up, and we can give our friends a little surprise. Давай. План, судя по всему, хороший. Ну куда ты идешь? Давай подождем лучше. Мы-то с тобой умные, да? Молодец, Бобик. Не, как вообще можно убить робота, просто стреляя в него? Не знаю, только если попасть по процессору или что у них там. У этих же нет искусственного интеллекта, да? А если есть, то не такой-то уж и развитый. Вообще, World Tech, они в 50-м году выпустили закон, что нельзя делать роботов, похожих на людей. Но институт этот закон обошел все-таки. Хотя и после войны. Так, два сходства. Блин, я не знаю даже. Вот так вот. Открыть дверь. Блин, да я мега-хакер. Чё я этим в Нью-Вегасе не занимался? Ты мне ничего не сделаешь сквозь... Чё, сделаешь, что ли? Сквозь стекло-то. Тихо, тихо. Я думал, одна дверь закроется. На. Не попал, что ли? Да. Все против меня. На. Все,
Все, Бобик, добей его. Хорошо, давай искать центр. О. Я ведь могу его взломать, да? Могу. Так, как-то он слишком близко, да? Ой, это будет сложно. Ноль сходств. О! Чисто случайно. Состояние боеготовности, 2077 год. Ну, то есть, когда война началась. Так. Вообще, война началась за 20 лет до ядерной бомбежки. Война за ресурсы. Так. Так. Разрешение на Anchorage, боеготовность 3. США обнаружены авиационные. Возможно, Китай на большой высоте. Так. Народ подтверждает наличие объектов в воздухе. Готовность 1. А есть ли в нашем мире у китайцев ядерные ракеты? Я вот что-то сомневаюсь. Неплохо. Такие секретные документы. Во вселенной Fallout ядерные боеголовки выпустили три стороны. Китай, СССР и США. И они забомбили всю Землю. Так. Ноль сходств. Какого черта? Мне чересчур везет. Это удача только на 5. Да, сегодня мой день. Если меня сейчас, конечно, не убьют. Кто там? Еще один. Нет. Фух. Нихера. Ваш... А, это он его убил. Я просто подумал, как это я смог его в такую жижу превратить. Я никуда не девался. Гляньте, он настолько тупой, что не может открыть дверь. Воу-в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 оу! Кидай гранату, кидай гранату! Ой, нет, нет! Куда я сошел, а? Воу, этого я не хотел. Извиняй. Давай. На-на. Ну, ё-моё. Что ж ты так косишь? Так, сзади еще и спереди. Со всех сторон. А, вы гляньте, с них это... Оболочка-то кожаная отслаивается. Я думал, они просто сами по себе разные. А нет, в них стреляешь, у них куски брони отлетают. Вот это круто. Это вообще зачет. Кастет. Их, по-моему, два надо, чтобы на две руки надеть. Вот тут я не был. А
тут ничего и нету, по факту. Пить можно? Нет, странно. Нет, это не странно, это логично, потому что... Кто будет поддерживать трубопроводы все эти? Там ведь уже все сгнило давным-давно. За 200 лет. Поэтому... Это в предыдущих Fallout'ах было нелогично, что... Из любого унитаза можно попить воды. Тут все нормально. Никто за этим делом не следит. Телефончик. Все. Мины, значит. Тихо, Бобик! Стой! Не вижу. Ах да! Это же новая фишка Fallout'а. Если вы умерли, да? На минах. И загружаетесь. Эти мины пропадают, их здесь не будет. Вот это надо фиксить, это не круто. Ты вообще такой... Такая же... Ты... А, у меня нет слов. Мины тупо пропадают. Как по мне это... Ё-моё. Как по мне это серьезный недочет. Бои мне не кажутся слишком тяжелыми. Просто я туплю. Вот сейчас, смотрите, сейчас тоже этих мин не будет. Вот кого черта? Вот была за манекеном, скорее всего. И где-то здесь я видел. Все, нету мин. Пропали. Я дверь не открывал. Какого черта? Чем быстрее нажимаешь на курок, тем... Не, точнее, она начинает стрелять. Лидер синтов. И ты лидер? По-моему, тебя было убить проще, чем твоих солдат. О! Что-то необычное, да? Да, в общем-то, нет. А может эти институтные пистолеты поразбирать? В них же явно что-то будет хорошее. Where's that play button? Carrington, Stanley, Salis Agrote, Riverbanks. Ни хрена! Сейф самый настоящий. Ну-ка, погоди. А хотя... Тут быстро. So Tommy Whispers didn't make it out. He died protecting our secrets. Let me see. There. Tommy would want you to have his hand cannon. I appreciate it. May it serve you as well, heck, better than it did Tommy. Офигеть! А патрон 10 миллиметров? Офигеть! А это Макарыч, да? Нет? Ну, по крайней мере, очень похож. Grab Carrington's prototype. You turn that over to Desdemona, and she'll have to let you into our married. Все, мы расходимся. Черт. Ну-ка, где он? Спасатель. Урон 25. А вот 10 миллиметров пистолет, который я использую. 31 урон. Но он наносит урона роботам больше. Я думаю, можно оставить оба. Этот куда-нибудь, не знаю. Вот сюда. Далековато, конечно. Вы гляньте, какой маленький. Ю. Да, мне он нравится. Шикарный. А ядерные мини-заряды, простите, тоже ничего не весят? Как по мне, это тупо. Ну, гляньте, такая дура. Килограмм 10 будет весить. Хорошо, прототип. Yes. There's an elevator at the end of the hall. It should be a hell of a lot easier fighting the chrome domes on this side of the minefield. У меня слишком много вещей, я не могу бежать. Пес. Я понимаю, что разрушать физику плохо, но понеси, пожалуйста, мои вещи.
Не знаю, куда ты их денешь, но ты должен. А, нет, я не хочу забирать все. Нет. Так. Офигеть, кристаллы. Как у меня много хороших вещей. Так, нужно срочным образом... О! О! Только защитный комплект. О! Силовая броня вместе взятая не дает столько защиты от радиации. Это все, ребята, мы можем идти в этот... как называется? Светящееся море. О! Именно то, что мне нужно. Он еще нифига не прокачанный, да? Вообще ни разу. Автоматически этот мы разберем. Пластмасса? Серьезно? Блин, я думал, там будут какие-нибудь крутые футуристичные материалы, а в итоге херь какая-то. Что из этого говна я могу сделать? Полная ложа. Получается уже не пистолет, а как карабин. Ну, в общем, институтный пистолет это полная хрень. Это тоже на пластмассу. Кастет. Сталь. А чем улучшается? Острый. С шипами. Пробитие лезвия. Плохо. Это вот мой пистолет. Короткий боевой дробовик. Нет, ни за что. Охотничий карабин. Дерево сталь. А что мы тут еще можем сделать? Во! Наука 3. Ладно. Уходим отсюда. Эти институтные говностволы надо повыбрасывать. Все? Я так понял. А давно ли у меня это? Погодите, я что-то перепутал. Нет, ничего не перепутал. Не, ну вы гляньте! Я стрелял с этого говна, когда мог стрелять с этой убойной пушки. Охереть! Откуда у меня полностью... А, ну... Я его, собственно, недавно нашел. Чудо-клей. Ну ты остаешься здесь, я так понял, да? О, дешевый чудо-клей! Несмотря на то, что он дешевый, он лучше, чем чудо-клей. Спросите, почему? Потому что бутылочка больше. А нам на качество клея как-то наплевать. О! Тут что-то есть по-любому. Чё ты? Так, сохраненные записи. Хрень, хрень. Ничего интересного. Ну, кроме этой мартышки. Ой! 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 Вообще не то хотел сделать. Так, ну, протектроны, мистеры-помощники, роботы-охранники. Синтетики, я так понял. Во! Вот это меня больше интересует. А, ну, ноль, да? Ну, ё-моё! А, чёрт! Хорошо, что у нас тут есть ещё? А по факту-то и ничего. А, нет, гляньте-ка. Тут терминал, судя по всему, открывает вот эти двери.
Поэтому он мне капец как нужен. Отлично. Управление дверью. Открывай. Все. Че у нас тут? Плита, коробка со шпильками. Радыкс, медыкс. Кстати, вот эти медикаменты, они теперь весят. То есть, нельзя с собой будет таскать кучу всяких препаратов. Приходится выбирать. Ну а, так как я избрал путь хорошего парня, не наркомана. Кстати, какого черта я в этом хожу? Какого черта я в этом хожу? Должен беречь свою броню. Кожаная броня, легкая. Все, только... Во. Все. Вот и я. Идем дальше. Опять синты. Пардон. Спасибо. Вы мне жизнь просто спасли. Блин, вот в этом комплекте брони ходить мне нравится. Это канон какой-то, как-никак, но оно мне нихера не помогает от выстрелов. Блин, тут много ваших-то погибло. Кстати, эту женщину я вижу, не знаю, через каждые 15 минут. Это не круто. Блин, даже в предыдущих Fallout'ах не было такой проблемы. Всегда использовались разные модельки для трупов. Но тут везде одна и та же баба валяется. Не, серьезно, вот посчитайте, сколько раз мы ее видели с вами. По-моему, это уже шестая. С таким же лицом. Пардон. А, не-не-не-не-не-не-не. Мы ищем вот это. Так, вы заходить не будете, да? Вот Бобик... Ой-ой-ой! Блин! О! Нифига, мы что, реально ездим? Ну-ка. Слушайте, офигеть. Вот это? Это круто, я бы никогда не подумал, что у них хватит ума на такое. Я думал, на этом движке такое вообще невозможно. То есть, всегда раньше была иллюзия того, что мы едем и... Мы просто телепортировались наверх. В такое же помещение, с таким же лифтом. Как, например, было в Fallout 3, в башне... Как эта башня называлась, я уже не помню. В общем, где надо было устанавливать антенну для 3D Гнайда. Вот там был лифт, который просто телепортирует нас наверх. Создает просто иллюзию того, что мы едем. А здесь мы реально едем? Летние шорты и шпилька. И выход. Так, Дьякон, ты со мной, что ли, идешь? Тогда давай. До свидания. Не сказал бы, что мы хорошо поработали. Хотя от него была польза. Да ладно. Чё-то синты какие-то вообще жесткие. Так. Позвольте. Позвольте. Да, брони получше у меня нет, конечно же. И стимпаки закончились. Мы в заднице, ребята. В самой настоящей заднице. Веселые ребята. Фу, я такое жрать не буду.
Блин! Мои руки! Да вы что? Ну вы гляньте на меня, а? Блин, это жесть. Ладно. Так, что у нас там? Кварцевая есть. Да ладно, она еще и конечности лечит. Что ж, я жив. Мы продолжаем жить. Жизнь-то продолжается. Ядерка. А где мы вообще находимся? Рядом с супермаркетом. Мы же здесь где-то вошли. Или здесь. Или в этом районе где-то. То есть мы довольно большое расстояние прошли под землей. Левая рука. А, еще сверху. А какого черта здесь вообще происходит? О, знал бы я, что все будет так плохо. Я это уже понял. Это ты от меня не можешь никак отделиться. Опять мои руки. Что, уже не лечит? А, не, лечит. Все. Бой окончен. Расходимся по домам. Хоп. Ты мне хочешь что-то рассказать? А, хорошо поработали. The best. See you soon. Ладно. А есть тут отсюда официальный выход? А, ну да, вот он. Я тоже прыгать хотел. Шна карта наведения. Так, 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 сюда мне не надо. Блин, нет! И опять сражаться, да? Ну ё-моё. Ладно, давайте на этом мы с вами на сегодня закончим. Что ж, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вам понравилось это видео. Если так, то ставьте лайки, оставляйте комментарии, смотрите другие прохождения, подписывайтесь на канал, если вы до сих пор этого еще не сделали. А куда нам там, кстати, надо? Просто я собираюсь еще в Санчкуари заглянуть, прежде чем продолжить. Ну скорее... А, в церковь нам надо... Что ж, ладно. Всем удачи, всем пока.